Подвиг в память о подвиге. 8 сотрудников МВД, ГИБДД и Росгвардии завершили восхождение на высочайшую горную вершину Европы, западный склон Эльбруса. Видео о своем восхождении они снимали сами. Мы внимательно посмотрели на захватывающие кадры. 5642 метра. Выше только небо. Под ногами снежный наст. В лицо штормовой ветер. Но идут к своему подвигу. 28 июня. Считанные метры до Эльбруса. Как видите, идем вдоль перил. Вроде все нормально. Силы есть. Склон опасный. Еще в середине пути инструктор хотел остановить восхождение, но цель была уже близка до главной вершины в их жизни ради 85-летия службы ГАИ ГИБДД и юбилея строительства Сузского рубежа. Дошли. Уважаемые сотрудники и ветераны ГАИ ГИБДД, поздравляем вас с 85-й годовщиной образования нашей службы. Обеспечение безопасности дорожного движения требует высокого профессионализма, выдержки, самоотверженности и мужества. За нашими плечами тысячи спасенных жизней. Желаю вам успехов в службе, здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Альпинисты в погонах уже начали спуск к подножью горы Исполина. С собой впечатления и планы повторить подвиг к следующему юбилею. Вадим Муравьев, Республика.